я не буду его называть, а то вдруг у вас был этот же физрук, вы его узнаете, такие, а, так это шо? Эй, это кто вообще? Да в смысле? Да мы на такое не подписывались. А можно это... Так, подожди, ладно, подожди. Я уже это сделала! Ты, получается, на этом... А, вот она! Это моя девочка! Голова, уйди, это моя девочка! Да хватит меня пугать! Всем привет, котята, меня зовут Лана, и для вас прошло уже, наверное, какое-то время, а мы с Евой решили сразу продолжить эти безумные головы, потому что вроде как мы настроились на то, что... Ева, ты не готова? Ну, знаешь, мне вроде понравилось, я даже не ожидала, что это будет настолько классно, но я не могу понять, почему головы, почему не руки там, как в семейке Адамс, или еще что-то, почему именно голова? Просто головы, головы манекенов с помадой, с прической моего физрука, поэтому вперед. Ой, они дуют, кажется. Да. Слушай, получается, это у нас такое задувание ветра зимой происходит из-за каких-то голов, это не из-за зимы. Какой кошмар, Ева, слушай. Логическая цепочка, мы едем! Ой-ой-ой. Ого! Ничего себе, ты видела? Ничего себе, они тут... Да, я видела, я просто унесло на этого. Шесть. Ева, ты опять чуточку... Я сначала влево, потом вправо. Да, чуточку не дожила до чекпоинта, совсем маленькую капельку. Вот он тут. Так, как обычно, это традиция уже. Да, в этой игре Ева не доживает до чекпоинта. Кстати... Ух, у этого парня немного растеклась, по-моему, подводка для ресниц. О, отлично. А, я думала, так. Помада. Помада у всех растеклась, да, это есть. Это стекольщик. А-а-а! Ой, реально! Слушай, а что дальше это делать? А, блин! С краешка. Отлично. А этот пойдет за нами? Не. Не знаю. Подожди, я до чекпоинта. Подожди, мне очень интересно. Минуточку. А, нормально. Крутится. Так, секундочку. Его и можно управлять? А-а-а! Ты че? Ну, короче... О, ладно! О, боже! Я поняла, как он там оказался, это было очень страшно. Ева, а зачем ты обратно пошла? Я думала, может, он пойдет за мной, мне прям интересно стало. Я думаю, что вот эти точно пойдут за тобой, потому что это, знаешь, боже, похоже на пингвинов и то, как они, они высаживаются. Тонут? Конечно, они тонут, еще бы. Почему они тонут? Ну, потому что... Мне кажется... Ужас, жестко! Ужас какой. Ау. Кстати, меня сейчас убили, и мне не сказали ха-ха. Я очень... Ну, что, а может, говорили? Потому что меня вода убила, а не эти ребята? Я просто не знаю. Быть. Ладно. Но я прошла, так. Ты проходишь? Ай! А что тут все еще скользко-то, я не понимаю. Ну, а потому что зима все-таки, они вот тут надули аж до этого. Что? Я в воду прыгнула и не умерла? А, может, ты просто пяточки намочила, не успела задохнуться. А где мой чекпоинт? Я не помню. Не подходи сюда, не подходи. Мне кажется, надо с двух разных сторон идти. Ева, посмотри, какой там парень! Что это? Это точно мой физрук, я тебе говорю. Нет, это... К сожалению. Картошка, ты видишь? Не помню его отчество, но это вообще... правда накачанный. Я не буду его называть, а то вдруг у вас был этот же физрук, вы его узнаете, такие, а, так это Шон, и такие, и все. Не, я не буду говорить, ну очень похож, ребята, просто один в один прическа, вот эти руки, все ноги, это вообще, да. А это продолжается наши какие-то физкультурные соревнования зимой, как вот вместо того, чтобы на лыжах там ходить, да, на беговых, то тут мы эти, катаете. А, не подходите. Физруков. Нет, господи, только нет. Нет, так мы не делали. Мы физрука в снегу не катали, конечно. Не было такого. Ну, может, Ева хорошо. Катала, я не знаю. Нет. Так, не, у меня не было такого физрука, слава богу. Слушай, мне интересно, а что если врезаться вот в этого, который во льду? А ну-ка. О, я поехала, короче. О, нормально. Во льду? Слушай, а нормально, ничего, просто да, это ничего. И все. Просто... А, нет, он убил меня! Было сначала нормально, а потом все. А тут прыгается? А, тут прыгается. Прыгается, нормально, все хорошо. Все отлично. А почему я иду? А прошлый раз я ехала. Как это происходит? Как это? Объясните. Не знаю, я уехала нормально до конца. Я нет, я прыгаю. Я уже иду и могу управлять своим путешествием, так сказать. А, так это уже уровень заканчивается. Но согласись, что сейчас уровни намного сложнее, чем в первой части. Не трогайте меня, пожалуйста. Фух, все, я дошла. Моя монетка. Я прилегла. Мне нормально. Очень нравится. Кстати, ребят, кто помнит, здесь нужно 90 монеток, чтобы стать этой головой. Точно. Кажется, у нас Слушай, скоро я это уже получится. Забыла. Да. Уровень 9 впереди, на котором нам и выдадут эти монетки. Так, ну что, отправляемся дальше, выходит. Из огня, да, из снегов, да, в лаву. Как там это было? Короче, я не помню этих всех присказок. Какая разница, я не должна их помнить. Я же не физрук, они тут физруки, поэтому мы идем. Ты хочешь сказать, что физруки знают, да, все должны, эти? Должны,
должны знать, иначе это не физрук. Они там, мне кажется, проходят такие курсы квалификационные, когда их заставляют вот эти все повторять. Как это, поспешишь людей насмешать. Я не знаю, у меня по крайней... Не, Мере! Так было, господи, еле-еле выжила, вообще просто. А я не выжила, ты там прыгнула на одну штуку, и она ушла под лед, хотела сказать, но она ушла под лаву. Не, из-за меня, подожди, Ева, я пошла дальше, за мной тут выехали. Он просто решил отправиться. Из руки, я так смотрю, да? Нет, 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 помогите! О боже, нет, лава! В самом начале... Я смотрю, чекпоинтов. Он есть, я его уже видела. Я видела, я была просто в одном прыжке от него, и, к сожалению, чекпоинт решил иначе. Он решил, что да, что именно так, что мне нужно еще раз тут все пройти, потому что я была недостаточно... Серьезно? Да. Какой кошмар, просто ужас. Ладно, тут мы успеваем. Тут недостаточно спортивная. Да, ну ничего, ничего. Я думаю, что мы потом пересдадим этот зачет, только если нас вот тут не тронут. Так не подходите, не подходите. Давайте, все, свободно, свободно. Вот это чекпоинт, я к нему иду. Я дойду до него отлично, потому что я выбрала правильную траекторию. Не трогай меня, не трогай меня, не трогай меня, не трогай, пожалуйста. Господи, какой кошмар, Ева, я их боюсь, я их реально боюсь. Так, все, отлично, проходим. Давай назовем... его Василий Петрович. Это точно, так точно не звали моего физрука, но я решила, что если я так его назову, то это будет отлично, потому что он выглядит именно так. Как Василий Петрович. Знаешь, это похоже еще на какого-то слесаря, но он не похож на слесаря, поэтому... Реально, хотя, есть может, такое. И похож. Так, все, я еду. А ты где? Ты тут же? А, ты... Я где-то еду. Я тоже, тороплюсь, не пытаюсь тебя, главное, догнать, а ты еще меня не догнала, и как это нет, вообще конечно. Происходит? Ладно, я тебя тут подожду. И меня аж Василий Петрович убил. Ужас какой. Звучит, на самом деле, жутко. Так, ладно, я вот к этой же возвращаюсь, на которой я ехала. А, так уже уровень заканчивается, Ева, сейчас, сейчас уже, ну я, по крайней мере, почти в самом конце. Там, правда, еще одна голова, еще одного Петровича. А, ну ладно, она хотя бы не двигается, а это главный Василий Петрович, он побольше. Больше. Такой откормленный. Так, Ева. Да. Во-первых. Есть две новости, хорошая и плохая. С какой начинать? Ну, у нас есть голова, это точно. Это последний уровень? Там написано босс. И у нас есть 90 монет. А-а-а! Давай станем головой и пройдем мимо него, он нас не заметит. Он такой, ну вы мои приспешники и все. А как это сделать? Мне кажется, это возможно сделать только в самом начале. Поэтому нам придется пройти сейчас с тобой босса, а потом вернуться в начало, стать головами и пойти и смотреть, что мы типа с ними друзья. Ну, я считаю, о, девочка какая уверенная, сразу к боссу, а красный подсвечивается, ничего страшного. Каждый день проходит босса. Ну что, ладно, наверное, нам стоит туда отправиться. О, боже мой. Что это босс. Такое? Это босс. Здесь можно вернуться в самое начало, если мы не хотим его проходить. А! Что это? Можно прикупить. Чего? Вы можете стать боссом? Я не понимаю, может возьмем оружие? Нет, я не хочу за робоксы. А как нам его убивать, если у нас нет денег? Ладно, я хочу сюда встать. Так, подожди, но мне дали. Какой? Чё? А, да, что-то есть. Ладно, хорошо, отлично. Подожди, мне интересно, вот это что? Отсюда мы можем? Нет, ладно, это плохо, это очень плохо. Это что плохо, черненькое? Я уже пришла к нему, просто вот в чем дело. Ну ладно, я тогда куда-нибудь вот сюда. Отлично, замечательно, просто прекрасно, просто чудесно. Будем стрелять в него ракетами. Слушай, а его, кажется, побеждают. И побеждают без нашей помощи. Мы убили босса! По-моему, мой выстрел был одним из последних. А нам засчитали это? Что? А чего? Это так, не давай босс. Его тоже ляпнем. Это давай не босс, ляпнем. Это кто? Да я с удовольствием, я уже стреляю. Это кто? Это игрок или не игрок? Капец, он жуткий, Лана. Кажется, это, у него тоже жизнь есть. Да у всех есть жизнь, конечно. Я отсюда постреляю с безопасного расстояния. Вот так вот ему в пятку. Блин, он подходит ко мне, мне это не нравится. Интересно, я ему хотя бы урон наношу? Скорее всего, да. Не очень... Блин, я, кажется, только что в другую ракету попала. В меня летела ракета, а я попала в ракету. Обалдеть. Ладно, нормально. По коленям ему стреляем, вроде хорошо. Девочка, не подходи, я тут стреляю. Опасное оружие. Я ему немножко подожгла, так сказать. Так, простите, а что теперь? А простите... Ой, господи, Ева, я в тебя выстрелила! Как
Какой кошмар. Ну, бывает, так, бывает. Надо не немного страшно. Смотреть, куда он будет идти, и туда вот стрелять. Он что-то не понимает, он, наверное, нас не хочет убить. Нет, не подходи. О, боже, он сюда прилетел. Ева! Мама! Он идет за мной! Господи! Чё он такой быстрый стал, а? Я не знаю. Видимо, у него здоровье, второе дыхание открылось из-за того, что он начал... терять здоровье, да, и поэтому вот он теперь, да боже, да отстань ладно, ты от меня. Прыгай в белые штуки, а ты можешь телепортироваться. Я не хочу, я хочу так. Да, мы его тоже победили. О, крутяк. Ну что, а кто следующий босс? Я тоже хочу быть боссом вообще-то. Так можно это, закроется эта лавочка, пожалуйста? Нет. Это что, бесконечно? Босс за боссом. Капец. Ева, подожди, а что если те, кто стали головой, те, кто заработали 90 монет, они думали, что они будут головой в игре, а они будут головой... Здесь, нет, ладно, я сомневаюсь, что они так умеют, мне кажется, это чисто его вот это и энтузиазм, и здоровье у него как-то поменьше. Давайте вот так вот чуть-чуть. Да блин, он зачем-то в меня стреляет. Я, конечно, тоже в него стреляю. Трогай меня... Так, Ева, а в какие надо порталы, чтобы наверху белые, оказаться? Любые белые, белые наверху? А, наверху, наверное, нет, черные. Ты наверху не окажешься. В смысле? Черные просто не работают. Да? Я хотела боссом стать, а зачем мы тут тогда вот это вот все? Не знаю, может надо умереть, чтобы наверх прилететь. Это кто вообще? Да в смысле? Да мы на такое не подписывались. А можно это закончится когда-нибудь? Я не знаю, а в чем прикол? Жесть. Боже, я случайно, нет, не трогай, он меня затопчет сейчас, нет, пожалуйста. Да ладно, живи. О, я как-то наступила на телепорт, скорее всего, я пятилась и выжила, я не знаю, как это произошло. Капец. Я думала, что я погибну. Боже, ребят, столько произошло, у меня разрядилась камера, этот чел все еще жив, он меня убил, но я хочу стать боссом теперь. Нет. Ну нет, я хочу бесплатно. Ну дайте мне боссом побыть, ну бесплатно. Ну зачем ты еще робоксов? Ну так нечестно. Я считаю, что так нельзя. О боже, смотрите на Ой, него. Я вот таким, кстати, и можно стать за 1000 робоксов. Он приземляется очень интересным способом. У него глаза красные. Слушай, Ева, ну я считаю, что... Надо стать головой. Уже слишком долго это продолжается, да. Нам нужно с тобой в начало, скорее всего, и стать там головой за наши честно заработанные монеты. Правильно, правильно? Давай мы ему, чтобы он вот так на меня сейчас прыгнул. Давай, прыгай. Опа! На меня. Красота. На меня, пожалуйста. Здесь есть телепорт на первый уровень. Пойдем. Погнали. Я считаю, что это то, что нам нужно. Итак... Я здесь. И что мы это сделаем? Так, подожди, ладно, подожди. Я уже это сделала! Ты, получается, на этом уровне голова, да? Ну, да. А можно было просто на другой уровень головой стать, ну ладно. Привет. Здравствуйте. Капец. Че, прыгаем? Ну, наверное. Теперь нам надо ловить. На самом деле, хорошо, что мы на этом уровне стали головами, потому что здесь да, мы сможем ловить народу. Все. Че? Что? Я поймала? Почему у меня было написано ха-ха? Это мы друг друга поймали! Ты смотри, давай, лови их. Ай, я ладно, не могу. Только не... Очень плохо прыгает. Давай сделаем вид, что мы вот так отойдем. Да, давай. Они сейчас пойдут, а мы такие, мы... Пошли, ловить. Ева, разворачивайся. Давай, один, второй. Да блин, почему меня голова поймала? Я должна была поймать. Ладно, давай, короче, просто сейчас будем не давать им пройти. Я отхожу, типа. Давай. Такая. Так, одна девочка смелая, она уже пошла. И, кажется, ей придется сейчас плохо. Ой, да. Ой, простите. Другая, вот она спустила. Иди сюда. Да, я ее. Че, она жива? Почему не я? Я здоровье ей до нуля практически опустила, но она продолжила бежать. О, давай, иди сюда, девочка. Так, я вот так отойду. Ева, давай, будь готова разворачивать. Это да, та, которая да, смелая, конечно. Она будет спускаться. Так, разворачивайся. Разворачивай. Да, блин, я хотела ее. Прости. Ну, она так уверенно бежала в эту сторону. Ну да, ладно, я буду хитрее. Я буду их вот так ждать за поворот. А, вот она! Это моя девочка! Голова, уйди, это моя девочка! Да хватит меня пугать, я должна ее напугать. Она убежала? Нет! Я сейчас ее поймаю. Если мне не будут мешать, я ее поймаю. Нет, пожалуйста, остановите ее! Остановите! Да! О, круто! И что, никакой ачивки, ни бейджа, ничего. Нет. Я просто так ее прикончила. Нет. Это даже немножко ничего. Грустно. Ладно, а я могу пройти дальше? Нет, но я могу ее здесь караулить. Ее, по-моему, это лучшее место. Просто перед тем, где они не могут иначе поступить, мы будем вот так их караулить. Я даже вот так вот за углом. Ну давай. Не, она убилась и до того, когда нас дошла.
Ну ладно, ничего страшного, я подожду. Ладно, у меня такое предложение есть к тебе. А что, если мы можем выйти в самое начало менюхи? А давай попробуем запрыгнуть друг на друга. Вот, и может, ну, я подкину тебя. К сожалению, мы очень низко прыгаем, а еще эта голова, которая говорит ха-ха, она нам очень мешает. Ну давай, может... О боже, она сама в меня вбежала! И аж развалила. Вот это было круто, конечно. Так, Ева, я не знаю, как это сделать. К сожалению, мы не можем запрыгнуть. Давай, может, вместе прыгать, может, так получится. Давай, вот так вот. Вот, давай. Какие-то танцы головы. Блин, я не вижу, к сожалению, из-за того, что мне тут во весь экран вот эту штуку показывают. Пожалуйста, помогите. Помогите! Мне кажется, не получится. Ладно, зато я допрыгаю до этого. Слушай, они, наверное, не видели прыгающих голов. Ага. О! Давай ее, гони ее на меня, загоняй. Давай, лови. Эй, в смысле, почему я это увидела? Так, все, я ее прикончила. Отлично. Но знаешь, мне даже их немножко жалко. По-моему, мы немножко быстрее, есть чем такое. Другие головы. Поэтому мы можем успеть нагнать ребят. Слушайте, она просто сюда убежала. Ладно, Ева, я считаю, что нужно перестать над ними издеваться. Давай вот так вот встанем и делаем вид, что мы не видим. Давай вот так отвернемся. Ну, короче, мы с Евой их пропускаем, а они все равно где-то убиваются. Давай, проходи, мы не будем тебя трогать. Мы вот тут, мы вот, у нас диалог тут. Вот, все отлично, давайте. А что, близнецы, что ли, одинаковые какие-то парни? Ага, я тоже смотрю. Я даже не знала. Ладно, все, нормально, нормально, проходите, мы вас отпускаем. Вот, а на сегодня, ребят, наверное, это все. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока!